Добрый день! Меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве в издательском деле. В одном из предыдущих видео мы говорили о том, в каких случаях необходима регистрация авторского права. Ссылка находится в описании. А сегодня мы вам расскажем, как самостоятельно можно зарегистрировать авторское право в Украине. Мы уже говорили о том, что согласно постановлению Кабинета министров Украины номер 365, научно-педагогические, педагогические и другие научные сотрудники, которые обеспечивают научный процесс в высших учебных заведениях, должны иметь не менее 4 достижений в своей профессиональной деятельности за последние 5 лет. Одним из таких достижений является наличие 5 авторских свидетельств о регистрации авторского права. Как же самостоятельно зарегистрировать авторское право в Украине? Необходимо собрать небольшой пакет документов и отправить его на регистрацию в государственный орган. Сейчас этим занимается государственное предприятие Украинский институт интеллектуальной собственности, сокращенно Укрпатент. Обращаю ваше внимание на то, что ранее полномочия были у Министерства экономики Украины. Поэтому, когда вы отправляете документы, будьте внимательны и не перепутайте адрес доставки. Итак, для начала работы вам необходимо зайти на официальный сайт Укрпатента. Ссылка на сайт будет находиться в описании этого видео. В разделе «Авторское право» вы можете скачать формы бланков заявления. Заполнить, к заявлению прикрепить экземпляр произведения, оплатить официальные сборы, все это сложить в один пакет документов и отправить в Укрпатент. Хочу обратить внимание, что заявления для физических лиц, авторов и для юридических лиц, то есть для издателей, будут разными. Если автор подает на регистрацию только произведение, то издатель подает еще и договор, по которому получает права на публикацию либо другие полномочия. Соответственно, и оплата сборов для физических и юридических лиц будет разная. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, ничего не перепутайте. Повторюсь, на регистрацию подается заявление, экземпляр произведения и квитанция об оплате официальных сборов. Регистрировать произведение можно в любой момент. До публикации, после, либо когда рукопись у вас еще лежит в столе. Но поверьте, чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше, потому что будет зафиксирована более ранняя дата, которую подтверждает государственный орган, на которую создано ваше произведение. Вы подаете пакет документов в Укрпатент, он в течение 2 месяцев рассматривает ваше заявление. И если все в порядке, вы получаете авторское свидетельство. Ура! Ваш документ у вас на руках. У вас есть официальное доказательство того, что вы являетесь автором. Но если у вас возникают хоть малейшие сомнения, вы не знаете, как правильно заполнить заявление, обязательно обращайтесь к юристам, потому что очень маленькая ошибка может вам очень дорого стоить в дальнейшем. Не пропускайте новые видео, подписывайтесь на наш канал. Если у вас возникают вопросы, обязательно пишите их в комментариях, либо на электронную почту, которая указана в описании этого видео. Помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.